9 апреля 1865-го армия Конфедерации сдалась северянам при Аппоматоксе. Там закончилась гражданская война. Но для моих братьев она еще не закончилась, поскольку полковник Барнсби не сложил оружие и был решительно настроен найти их и повесить. Мы втроем отправились на запад. Форт Смит в штате Арканзас. Это был город вне власти закона, кишащий аферистами, бродягами и бандитами. Это было место, где не задавали лишних вопросов. Мы еще надеялись когда-нибудь отстроить свой родной дом заново, однако теперь это отошло в область мечтаний. Война изменила моих братьев. Они стали холодными, жестокими бандитами, которые без раздумий брали то, что им хотелось. Вот это верно. Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Call of Juarez, Узы крови. И это третья серия моего прохождения. Вы что делаете? Ничего. Это просто дружеский спорт. А тебе-то какое дело, братец? Какое мне дело? Я не хочу, чтобы нас опять выгнали из города. Так и я тоже. Тем более, Томас вот-вот осчастливит нас племянниками. Заткни пасть. Она была моя. Твоя? Ты в своем уме? Что вы не поделили? Расскажи, Томми. Надеюсь, еще не забыл, как ее зовут. Ты ведь только что положил ее на обе лопатки. Фредси его никак не касается. Фредси? Дочка шерифа? Ты стряхнулся? Эта милашка устроила мне глаз. Если ее отец узнает, а то же... А ну иди сюда, Маккол! Я спрашиваю, кто из вас, как ты посмел тронуть мою дочь? Ты? Шериф! Проклятые головорезы! Вы живете так, будто война и не кончалась! Берете все, что понравится! Так знаете, на этот раз вы связались не с тем человеком! Говорите, кто из вас тронул мою дочь, и то обоих пристрелю на месте! Это я! Он узор, шериф, это был я! А может, даже и мы оба! Ох, заткнись, Рэй! И она была совсем не против! Вы представитель закона, держите себя в руках. Рэй, это не твое дело, парень! О-о-о. Вот теперь я не шериф. Пошли! Сейчас вы у меня попляшете. Рэй, Томас, не надо. Прошу, идем, идем. Нет, парень, они от меня не уйдут. Раз! Два! Три! Ну ладно. Будем играть за Томаса. Сейчас вы увидите дуэль. Ну давай, сукин сын, я уже запарился. Ну вот так, собственно. Томас! За кого? Они убили шерифа! Ой-ой-ой! Принем! Открывайте, мать твою, за ногу! Увидимся в аду, ублюдок! Уходим отсюда нафиг. Пора повалиться.
уходим отсюда. Быстрее. Рэй. Ну да, лошадей, держи карман шире. Тут все рвутся вздернуть нас. Какого черта ты его дразнил? Но ведь не я залез под юбку его дочь. Нам отсюда не выбраться. Они идут по нашу душу. Пусть идут. Это же тупик. Пойдем через дома. Рэй, прикрой меня. А как через дома идти? Эй! Может быть так? Давай. Рэй, открывай. Твой черед, здоровяк. Открывай. Ну? Только попробуй закричать. Эй, полегче, не пугай девушку. Он только лает, не кусается. Не волнуйтесь, милая, мы зашли на минутку и уже уходим. Глядите, там дилижанс. Лучше, чем ничего. Сможешь угнать его? Слушайте, нам правда лучше сдаться. Он напал первым. Вы просто защищались. Думаешь, нас кто-то станет слушать? Если сдадимся, нас вздернут на первом суку. Смотри в оба, как подгоню дилижанс, запрыгивайте. Ого, вот этого я не ждал. Ладно. Прикольно. Ну, это... Ну давайте быстрее. Ну. Прикрой. Но. Е-а! Уильям, он запрыгнул. Гони. Эти ублюдки все прибывают. Дай бега! Черт, стой! Это еще что такое? Черт, черт, черт,
Только пошевеливайся! Как ее сдвинуть-то? Давай! Чёртова колымага! Брось её! Рэй! Прыгай в дилижанс! Прорвёмся через город! Гони! Нас там уже ждут. Ну ладно. А чёрт, ещё одна бригада! Сверни! Заходи с пила! Ох ты! Куда это мы попёрлись? Да, блин, тут и комментировать нечего. Столько всего происходит. Чтоб я сдох! Вау, ну блин, опять приехали, что ли? Поворачивай, пока нас не отрезали! Воу! Поздно, попались. Ты что делаешь? Я всем умом повредился. Офигеть. Запиши это на наш счет. А, веселуха. Когда-нибудь ты нас загонишь в могилу. А ну подождите секунду. Все, продолжаем. Простите, меня оторвали. Патроны кончились. Ох, как же так-то? Воу! Поздно, попались. Чёртова! Эй-я! О, ты что делаешь? Ты совсем умом повредился! Береги! Да, блин. Запиши это на наш счет! Гони! Там надо поудачнее стрелять, а то разберут на запчасти. Стреляй! Не всех я повешу. Не промахнись! Чисто сработано. Они ведь отправят погоню. Ничего у них не выйдет. Тут нужны вдвоем. Воу! Уильям, держи поводья. Я не справлюсь с этими лошадьми. Справишься. Лошади совсем как с женщиной. Просто укажи им, что делать. Щелкни хлыстом и крикни «Но!» Давай, пока нас не схватили. Давай. Гони! Ой, нас там уже походу ждут. В корзинке придется отстреливаться. Они здесь! А, да блин. Так, откуда? Не дожил! Так. Минус. Эх ты, ублюдок! Блин. Простите, тут я кашу.
Да блин! Ой! Что-то я накосячил. Что, и это все? Надо перезарядиться. Ага, все, там еще он вроде. Что за черт? Скорее! Так я не веду, что скорее. Вот, вашу мать. Господи, что происходит? Что эти кретины делают? Эй, болваны, поцелуйте меня в зад! Я не понял, что произошло? Эти дураки завалили себе дорогу! Все от того, что динамит дуракам не игрушка. Заберем лошадей, а чертов гроб бросим. Нас не поймают. Что вы наделали? У нас просто не было выбора. Вы убили шерифа этого городка. Не понимаете? Теперь эти люди вас из-под земли... Но я не убил, я ему в ногу дал. Тогда предлагаю бежать в Мексику. Прекрасные сеньориты. Хорошая мысль. А еще я слыхал россказни об ацтекских сокровищах, якобы зарытых прямо рядом с Хуаресом. А как же наши мечты? Восстановить родной дом, вернуть свою землю. Для этого нам и нужны эти сокровища. Из золота не построить даже конуру. Так мы будем кочевать. Вы как бешеные псы, всегда готовы вцепиться в глотку. Это же, по-моему, круто. Кстати говоря, Томас, если ты еще хоть раз уведешь у меня женщину, клянусь Богом, я тебя убью. Ты понял меня? Да, братья явно любят друг друга. Господи, как мне вырвать моих братьев из когтей сатаны? Как объяснить им, что Господь любит их и простит им грехи? Теперь мы бежим в Мексику. Рэй хочет отыскать какой-то сказочный клад, чтобы потом заново отстроить наш родной дом. Я должен усердно молиться и вернуть братьев на путь истинный. Ведь что бы ни случилось, мы одна семья. Ну вот и все. Подошла к концу третья глава. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.